Всем привет! Закончился прямой эфир, а мне, дураку-то, надо было сначала курицу в духовку поставить. А то я закончил прямой эфир, Пашка начистил картошки, а я сижу, три-ти-ти, тра-ля-ля и все остальное. Мне надо было в духовку поставить на медленный огонечек, и чтобы у меня уже было готово. Сразу сесть на мукбаган. Вообще сесть мукбан записывать. А получилось, что после этого прямого эфира можно было еще с вами час болтать, может быть, там кто-то бы остался на прямом эфире. Вот, короче, и практически час еще ждали, когда сделается курица в духовке. Я сегодня в простой футболке за Пермский край, или что-то написано, подаренная мне в хорошие времена, прошу прощения. Сейчас переставлю. Может, мне куда-то сюда подцеплять? Просто я все боюсь, что у меня было какое-то видео, я бородой шоркал микрофон, и не очень приятно это слушать. Вот, и я такой сегодня, коль домашний, практически у нас такой, пюрешка, курица, лимонад, буратино и вот такой вот горошек. Я думаю, то, что в простой домашней футболке можно тоже заснять, тем более она симпатичная, красивая, красная, она так смотрится ярко. Да еще написано за Пермский край, что-то здесь. Команда. Ну, вот это можно не читать внизу, там реклама. Я пододвину даже коробочку поближе. Потому что там одна из нефтяных компаний. Буду кушать, потому что время идет. Много времени, а мы все еще не жрали. Я вот так сделаю. Потому что все-таки не хочу брать по звуку. Курочка, сделанная в духовке. Под ореховым соусом. Или в ореховом соусе. Кстати, сразу хочу спросить, пока далеко не уехали. Как вы любите запекать курицу? Это первый у меня вопрос. У меня вот есть рецепт. Курица на солевой подушке. Очень вкусного цвета. Подписчица у меня Света есть. Она сказала, что ей очень понравилось. Даже прислала мне фотографию. Вы как готовите курицу? Еще как-то готовят курицу на бутылке. Кто знает этот рецепт? Или, может быть, какого-то вкусного маринада? Я закрою сейчас у тебя там. Ты меня слышала? Вот мне из подписчиков правда говорили, надо сначала самим есть, а потом тебя кормить. Поела, пошла по своим делам. Кто-то мне написал, а ты не думал ее туалет поставить куда-нибудь в другое место? Ребята, у меня однокомнатная квартира. Куда я поставлю туалет? В коридор к соседям? Или на кухню? Куда я должен поставить? На лоджию или под кровать? Конечно, негде. Я не виноват, что расположение квартиры сделано так, что кухня сделана рядом с санузлом. Поэтому поставить некуда. Я думаю, что большинства людей туалеты, мне кажется, у животных как раз находятся в том же месте, где и у людей в квартире. А не в комнате или где-нибудь на балконе. Кстати, где у вас стоят? Если у вас есть животные, где у вас эти туалеты стоят? Ну, все равно пошла. Иди сюда.
Что-то так развозюкал пюре, что мне покажется, что немало. С другой стороны, уже время так поздно. Это первый мукбанг, что я так поздно записываю, ребята. Правда, время сейчас 10 часов. Половина 11. Поэтому пишите рецепты про курицу, как вы ее запекаете, как маринуете, как готовите. Про хрящики мы с вами уже говорили. Кто-то из вас тоже любит погрызть косточки. Курица под маринадом, берете вот, вот у меня этот, как называется, ореховый маринад, продается в магазинах, горчица, соль, перец, и готово. И в духовку. Ой. И второй вопрос. Третий уже. Про курицу, про кошку, про животных. И теперь про пюре. Кто как делает пюре? Пюре. Кто какое пюре любит? Разновидностей пюре это очень тоже много. Даже способов его приготовления. Кстати, горошек испортился, мне кажется. Да. Я не буду говорить, какая это фирма, потому что... Я скажу, Бондюэль. На моем канале. А потом мне, потом уже говорит, а почему вот в этом видео не дали рекламу? А почему здесь монетизацию не включили? Потому что глупо им написано, что нельзя не произносить, не показывать никаких рекламных продукций в видео. Это что? Я сижу здесь, значит, футболку закрываю с Лукойлом. Это так уже вдобавок, что мне монетизация уже явно не была, не будет включена. Вот так. В общем, очень испортился горошек. Самой известной фирмы, которой куча рекламы раньше была, где там горошинки бегали. Раньше были такие маленькие горошинки, прям малюсенькие, да? А сейчас прямо такие, и причем твердые. Короче, кризис в стране. А сегодня еще видели в магазине, раньше же были большие банки, горошка и маленькие. А сейчас еще есть средние. И на эти средние якобы какая-то скидка. А когда мы видели, будучи сегодня в одном из гипермаркетов, что на треску скидка. Сколько? Ну, якобы она стоила 5000 рублей, треска. А сейчас, типа, она стоит что-то 500-600 рублей, 400. А 400. Пашка говорит, слушай, ну, по-моему, треска так никогда не стоила. Я говорю, да, конечно, нет. Филе, стейки этого, как называется, семги стоят 1000 рублей. А у них какая-то треска. Маркетинговые ходы. Я сегодня им там все ценники перепутал. Я наелся.
много, кстати, видео всяких в социальных сетях. Вот про эти ценники. Поднимают там ценники те же самые. Или даже дешевле, что были, но пишут типа акция. Ну, хочу сказать, что ничего хорошего это не приведет, такие сети. Потому что это можно было в 90-е годы половинку, если можно. Если можно. А если нет, то только полный. В 90-е годы можно было за 10 минут все ухомячил. Ну как мне это теперь доесть горошек? Ой, наелась уже. Надо доедать. В 90-е годы можно было дурить людей-то. Что-то сегодня скрючился, как этот. И когда люди не знали всех этих фишек. Сейчас в большинстве случаев, конечно, люди уже все знают. Примерную цену на какую-то банку. Или на какой-то продукт. Есть, конечно, еще какие-то добросовестные. Я думаю, что в какой-то мере, наверное, это делает и производитель сам скидку, а в какой-то мере делает сеть, сетевая. Вот мне кажется, когда делает производитель, наверное, это более честная скидка. Но тогда можно задуматься, почему производитель делает скидку именно эту партию. Или она какая-то бракованная, пересоленная, пересоленная. Или еще что-нибудь? Нет? А что? Оптом берут сети, большим оптом. Производителю нужно сбыть товар, а сеть предлагает, ну, условия, чтобы сбыть компанию. Сеть ломит цену, покупает только по такой цене. За счет этого привлекает покупателей. Ну вот я, например, купил этот горошек сейчас и во второй раз убедился, что он стал говном. Вот просто, вот реально, ребята, раньше, если вы вспомните, он прямо вот горошек, горошинки были, вот прямо вот такие они были, горошинки, прямо мозговые сорта, как называется. А сейчас он прямо твердый, такое ощущение, можно было купить вот эти, вы знаете, небольших сетевых магазинах продают, типа как в Биллах там и все остальное. Типа их вот этот клевер или как каждый день вот эти все эти фигни. Так только... Этот бандюэль-то стоит без акции практически под 80 рублей, а клевер стоит 35 рублей без акции. Ну так и горошек-то одинаковый, есть невозможно, прямо реально твердый. Ты причем в прошлый раз, когда мы 6 соток брали, я последний раз готовил мукбанг с этим оливье. Это не является все рекламой, еще раз повторяю. Вот. Но в любом случае, там был горошек мягкий, хотя тогда Пашка сказал, что, говорит, что горошек твердый, но он был намного мягче, чем этот бандюэль. А вообще нужно, по-моему, последний раз я брал хороший дядя Ваня горошек. В общем, если кто-то знает сейчас хороший горошек, который вы берете, напишите, чтобы мы с вами друг друга знали, напишите в комментариях, чтобы люди прочитали и знали, что именно этот горошек надо брать. А не как мы по 80 рублей каждый раз банку искать, ты знаете, денег не напасешься. Еще соседи затопили. Я же вам говорил, помните, там стучат. Гремят и все остальное. Смотрю, лужа появилась, поднимаюсь наверх. Я говорю, вы нас затопили. Да? А что течет? Я говорю, если бы у меня текло, вы сейчас бы пришли бы сюда с ведрами. Лужа. Я говорю, так что это? Ну да, да, стоят, смотрят. Я говорю, что да, да. Я говорю, будете белить? Красить или что здесь делать? У меня, конечно, не новый потолок. Но придете обновлять, зачем мне это надо? Здесь рыжее пятно. Пусть красят весь потолок мне. Ну, конечно, шутка, но они срано как-то отреагировали. Обычно люди сразу сами говорят, что будем как бы это, да, все. Пока я сам не сказал, что придется, говорю, вам белить.
А, да. А, ну да. Ну пусть сначала высохнет, а потом. Мало того, что высохнет, я завтра к ним еще пойду. Оно за завтра. У нас, говорит, там просто щель там, наверное, просто через щель все притекает. Да меня волнует, они там. Я посмотрел, они там полквартиры разобрали. Все стены снесли. Кстати, еще неизвестно. Надо в ЖКО спросить, они вообще, как это, подавали заявку об, как это называется, служба. Как это называется, когда переконструируют квартиру, переделывают стены, переносят. С них такие штрафы, извините за выражение, что очумеют. Что не соседи, так это, то сначала сдавали квартиру. Я вам рассказывал, что это в прокуратуру, и тут и что тут только не было. И наркотики, говорят, что не торговали. Вот такая записка была нарисована в этом, в лифте. Что в такой-то квартире там продают наркотики. После этого они съехали тут же моментально. И здесь участковый носился, и в прокуратуру, и в милицию люди, соседи ходили. До этого тоже соседи жили смешные, которые там 65 человек в одном квадратном метре с детьми, да еще и с клопами жили. По всему дому этих клопов расплодили. Эти клопы везде занимались непристойными вещами, сами с собой, с людьми, потому что они не только кусают и кое-что делают сами с собой, но еще и кусают людей. В общем, вот так. И потом вот заехали, значит, вот эти вот какая-то молодежь здесь, значит, они мне насиловали мозг. Весь, сколько тут, наверное, полгода они туда-сюда ходили, бродили, и полицию вызывали, что только не делали. Сейчас заехали хозяева этой квартиры и делают ремонт. И, в общем, спокойствия-то в этой квартире нет, на самом деле. И вот подумывать надо, может быть, отсюда надо валить в другое место все-таки. Расширяться. Спасибо всем, кто со мной съел вот эту красивую оранжевую тарелку. Предоставлена компанией, не знаю какой. И даже бы не сказал, потому что опять бы являлась рекламой. В общем, вот здесь колокольчик. Подпишитесь, чтобы получать уведомления. Здесь пойдут всякие рекламы, я, ну, какие там предлагаю вам что посмотреть там, в течение видео. Здесь, значит, прогноз погоды побежит. А здесь новости о том, что Филипп Киркоров заказал Максим Галкин. Посмотрите, кстати, прямой эфир, очень смешные это всякие вещи. Ребята, нам надо чаще встречаться в прямых эфирах, оказывается, не так уж и скучно. Достаточно бывает интересно, особенно когда заходят некоторые эти тролли, которые вначале, значит, он там что-то пытался там мне написать, а потом сказал, что я не девочка, я сбежаться не буду. Я сразу непристойные вещи, до свидания в бан, в жбан или как это называется. И все, я не позволю ни себя оскорблять, ни моих подписчиков. Критику я люблю и всякие смешные ситуации, но когда это переходит в оскорбление, нет. Всем спасибо, смена окончена.